Прямота и откровенность. Вот что в целом отличает твои работы, ведь без усердия успеха не добиваются. Спасибо, ваши слова очень ценны. Да и звучат они как комплимент. Многим непосредственные женщины кажутся неотразимыми. Советую об этом не забывать. Заодно. Но здесь проще сказать, чем сделать. Нет. Потренируйся на мне. Я безобиден. Тебе, правда, не о чем волноваться. Весь мир — твое ярко-красное яблоко. Как думаешь, он заранее это придумывает? Как в поэме? Мне бы вашу уверенность. Показать всему миру твою работу — это мой долг. Я постараюсь запомнить это. Просто ты очень талантливая. Я с радостью поделюсь всеми секретами. Итак, Бэк, может, пора узнать, что к чему? Не трогайте меня, я запрещаю, вы мне противны. Простите меня, я не... Ты сама спровоцировала. Нет, заигрывала это не так. Со мной? Бесстыдно. Носила прозрачные блузки, чтобы я видел твои соски. Как это понять? Вы спятили. Мой совет, если ты дальше собираешься строить из себя недотрогу, прикрывай сиськи, перестань строить глазки и сочиняй лучше. Ты мне нравишься, но ты заработалась. Будет правильным отстранить себя с должности ассистента. Нет, нет, пожалуйста. Отдохни. Ты имеешь право злиться. Подобные вещи делать непозволительно, неприлично. А такие, как он, должны понести наказание. Алло? Здравствуй. Ты где? Я Вилладж. Может, мы закончим наш разговор? Дай мне 15 минут. Не нравится цвет помады? Нет, нет, вовсе нет. Просто непривычно. Я просто захотела попробовать что-нибудь новое, но... Ты прав, это не мое. Скажи, почему ты позвонила? Не знаю. Спонтанный импульс. Скоро ты будешь рассказывать все. Мы не договорили тогда. Твой друг, он исчез, да? О, боже, он в порядке. Просто идет. Полностью согласен. Но ты не хочешь грузиться. Оставим. Ладно, там пара заходит в дверь. Что скажешь? Первое свидание? Третье. Она не готова поставить точку. Вон те. Где? На грани развода. О, жестоко. Ладно. Это просто. Это мы. Лет через 30. Но тут я явно перебрал. Прикольно. Да, ты в отличной форме для старикашки. Спасибо, ну а ты, осмелись сказать... Все так же горяча. Для этого возраста, конечно. Это все йога держит в форме. Скажу честно, Джо, я очень рада, что ты смог сюда приехать. У меня был кошмарный день. Мой научный руководитель приставал ко мне. О, негодяй. Самое унизительное то, что я возомнила, что он верит в меня и мою работу. Это не твоя вина. Со мной всегда такая фигня. Я даже начала подозревать, что я какой-то магнит для чуваков с серьезными проблемами. И что будешь делать с преподавателем? Не знаю. Преодолевать. Я в тебя верю.